Сегодня я хочу вам рассказать о своих поездках по разным странам Африки. Когда мы обсуждали тему моего выступления, человек, который позвонил мне, сказал примерно в духе песни Земфиры: «Расскажи мне про Африку, мне безумно интересно». Вот. И, в общем-то, я решил рассказать про Африку. Я сам энтомолог, да, занимаюсь биологическим разнообразием, изучаю дневных и ночных чешуекрылых бабочек. И первые мои шаги исследовательские, они, конечно, были связаны с нашим регионом, с Сибирью, с Алтаем, или как вот есть такой термин «Большой Алтай», то есть трансграничная территория горная, которая поделена между Россией, Казахстаном, Монголией и Китайской Народной Республикой. Вот. Много было поездок на Дальний Восток России, в другие регионы Сибири, в Среднюю Азию. Вот. Но потом спектр исследований стал расширяться, и мои знакомства с коллегами из Москвы, из Новосибирска, которые работали много по территории Африки, привели к тому, что я тоже окунулся в эту тематику. Ну, почему Африка? Во-первых, Африка, она очень-очень интересна, она очень разнообразна. Разнообразна, причем с разных точек зрения. То есть это и этнографические интересы, разные народы, которые населяют Африку. Очень большая разница между странами в зависимости от того, в какой части Африки она расположена, в зависимости от того, чьей колонией раньше была. И, конечно же, природа. Природа, сильно пострадавшая уже от антропогена, от деятельности человека, но при этом природа удивительная, уникальная. И, конечно, на территории Африки в том числе есть и горячие точки биологического разнообразия. Почему вообще природа Африки сильно пострадала от деятельности человека? Ну, это здесь несколько фактов есть. Да? Во-первых, это, конечно, перенаселение. Вот даже представим себе, допустим, Хабаровский край, в котором проживает чуть менее 1,5 миллиона человек, и сравнимая по площади Нигерия, где проживает более 200 миллионов человек. Причем почти все эти люди заняты в сфере сельского хозяйства. То есть они не производят микросхемы, да, они заняты тем, что они пашут землю. Соответственно, это подсечно-огневое земледелие, уничтожение естественных ландшафтов. Еще есть такой экологический процесс, это опустынивание территории. То есть Сахара каждый год наступает примерно на 10 километров, ее южная граница продвигается в сторону экватора. И, конечно, все эти факты, они не оздоравливают среду, естественную среду Африки. Мне удалось побывать в разных странах, и в первую очередь это было 4 поездки в южный сектор Африки, где я работал в 6 странах различных. И последний год довольно плотно связал меня с Северо-Западной Африкой, и за год у меня было 2 экспедиции в Республику Мали. Я думаю, что интересно было бы рассказать именно о отличиях вот этих стран друг от друга. Потому что, несмотря на то, что вот Африка, она кажется каким-то таким одним монолитом, на самом деле это очень-очень пестрая территория. Начну я с самой развитой страны, это Южноафриканская республика. Ну а ЮАР вообще многие люди знают, не только, так сказать, из-за того, что там родился Илон Маск, допустим, да, а многие еще в советские годы читали книжку «Капитан Сорвиголова», где рассказано, так сказать, рассказано о Бангла-Бурской войне. Южная Африка очень развитая страна с экономической точки зрения. И в ней очень пестрое население. Причем пестрое население, как автохтонное население, местное, да, так и вновь прибывшие, скажем так, белое население. То есть местные народы, конечно, наверное, самое такое вот интересное народ – это бушмены. Во-первых, у бушменов удивительный язык, у них цокающие согласные звуки, которых нет такого языка, вообще аналогов даже в мире. И вообще посмотреть, как живут бушмены, можно в прекрасном фильме «Боги сошли с ума». Там как раз показана жизнь вот этих интересных племен. Кроме того, это, конечно, зулу, зулусы, да, и готентоты. Это такие вот тоже крупные, скажем, народности, которые населяют Южноафриканскую республику. Из белых очень много буров
или африканеров, да, это потомки голландцев, немцев, которые первыми переселились в южноафриканскую территорию, создали там государство Оранжевая Республика и Трансвааль. Вот. Кроме того, там много англичан, много индусов, пакистанцев, китайцев, есть русские. Вот. Чем еще интересно ЮАР? ЮАР – это страна, где можно встретить совершенно разные биотопы. То есть там и пустыни, и высокогорье, холодные причем высокогорье, допустим, на границе с Лесото. Кроме того, в Южной Африке прекрасные саванны. И, конечно же, поразительные совершенно с точки зрения флоры территории, такие как Кейп или Капское флористическое царство, где встречается несколько тысяч видов растений, которые обитают только на территории Южноафриканской Республики. Кроме животных, вот типичных африканских животных, там Big Five, там Большая Пятерка, допустим, да, можно встретить и такие, ну, достаточно странные, допустим, для Африки животные, как пингвины, да, как морские котики, вот, то есть это тоже вот такая особенность ЮАР. ЮАР, конечно, очень привлекательна для туристов, туризм там развит превосходно, и вообще я считаю, что наши, так сказать, туристические гиды, которые пытаются развивать туризм на Алтае, и люди, которые работают в сфере гостеприимства, им неплохо было бы посетить Южноафриканскую Республику, чтобы понять, что такое настоящий туристический сервис на дикой природе. Следующая страна, о которой я хотел бы сказать несколько слов, это Ботсвана. В Ботсване я побывал всего несколько дней, один раз. Это крупная очень страна, которая в основном расположена на территории пустыни Калахари. Ботсвана очень миролюбивая страна, там почти нет криминала и очень хорошо сохранная природа. Она малонаселенная относительно для Африки. И вот я помню, мы когда проехали реку Лимпопо, тоже такая известная еще из корней, так сказать, Чуковского речка, мы просто окунулись в дикую природу. Вот жирафы, которые идут через дорогу, слоны, все это в огромном количестве, то есть страна очень-очень интересная. Намибия. Намибия – это бывшая немецкая колония, которая называлась Deutsche Westafrika, да, немецкая Западная Африка. И, в общем-то, вот это влияние Германии, оно и сейчас видно в Намибии. С точки зрения архитектуры городской, с точки зрения хорошего пива, хороших колбас, все это есть. Страна развита, Намибия, с хорошей развитой инфраструктурой. И вот сейчас, с учетом того, что в Южноафриканской Республике достаточно высокий криминал, Намибия и Ботсвана, они оттягивают поток туристов на себя, потому что, ну скажем так, криминогенная ситуация, она очень такая неплохая вот в Ботсване и в Намибии. Следующая страна, о которой я тоже коротко скажу, это Зимбабве. Раньше Зимбабве называлась Южной Родезией. В Зимбабве я побывал дважды. Это очень крупная, интересная с точки зрения природы страна, где расположена такая жемчужина Африки, как водопад Виктория. Мы один раз побывали на водопаде Виктория. Это, конечно, поразительное зрелище. Вот, грохот, ты ничего не слышишь, ты находишься, просто вот видишь эти стены воды, которые падают вниз. Это очень интересно. Зимбабве слабо развитая в экономическом отношении страна, и диктат Роберта Мугабе, который очень долго, так сказать, руководил этим государством, привел к ужасающему просто уничтожению экономики. Ранее там экономика Южной Родезии была очень развита, а потом дошло до таких там парадоксальных вещей. Может быть, кто-то знает, что там были банкноты в 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Когда там тачками возили эти деньги, да, которые ничего не стоили. В итоге страна вообще лишилась своей валюты и перешла на американский доллар. Вот, сейчас там ситуация немножко, так сказать, нормализуется, но пока еще далека от, скажем, какой-то гармонизации. Еще одна страна Африки, в которой я побывал, это Мозамбик. Мозамбик очень интересная, огромная страна в юго-восточной Африке, с достаточно неплохо сохранной природой, и в которой существует несколько крупных национальных парков, которые просто являются жемчужинами африканского континента. Мозамбик оставил впечатление
то, что эта страна очень сильно пострадавшая от гражданской войны. Там около десятилетия бушевала гражданская война между севером и югом. В результате половина территории заминирована. А вот, я помню, мы там в одном месте в палатках стояли, и подъехала машина, из которой выгрузили, знаете, как космонавты, вот эти саперы в таких шлемах, там, в костюмах невероятных, да, и вот они ходили там что-то вокруг разминировали. И везде едешь, там по Мозамбику, везде майнс, майнс, аншлаги стоят, чтобы люди не съезжали. Вот, естественно, много людей травмированных минами. Вот, и, конечно, вот эти впечатления, они тоже врезались в память. Следующая страна, это маленькая, но очень интересная страна, Малави. Вот, раньше она называлась Ньясаленд. Она расположена на берегу озера Ньяса, а озеро Ньяса является крайне богатой с точки зрения биоразнообразия точкой на планете. В озере Ньяса водится 300 видов разных рыб. Многие аквариумные рыбки, они оттуда происходят. Вот. И Ньяса – это, конечно, такая жемчужина Африки. Кроме того, в Малави очень сильно рубят леса, в первую очередь под каучуконосы, потому что там много гивеи садят для каучука. Кроме того, там большие плантации чая. Ну и последний год, как я уже сказал, я достаточно плотно связан с такой интересной западноафриканской страной, как Мали. Большая часть территории Мали – это Сахара. Сухая пустыня, малонаселенная. А юг более населенный. И, собственно, вот столица Бамака, где мы расквартированы, да, она расположена на самом крайнем юге этого государства. Наша работа там сводится к тому, что мы изучаем, каким образом можно контролировать численность комаров рода Anopheles. Это те комары, которые переносят малярию, одно из самых, ну скажем, тяжелых и распространенных тропических заболеваний. Каким образом контролировать численность этих комаров в городской и поселковой среде? Это серии различных экспериментов, которые, надеюсь, будут полезны для того, чтобы разработать природосберегающие методы контроля численности переносчиков этого тяжелого заболевания. Я надеюсь, что я еще поработаю в ряде стран Африки. Это, конечно, очень интересно. Меня влекут такие территории, как Эфиопия, Конго, Ангола. Вот. И если будут какие-то программы в этом направлении, конечно, будет интересно поработать на этой территории, которую редко посещают отечественные ученые.